ישראל בשנת 67, הוא בין, כן, בכותל, הוא בין הראשונים שהגיעו וחיברו את ירושלים יחדיו. Менахем Аконистоит забывать, был один из тех людей, который освободил Иерусалим в 1967 году. Тудараба, кавод гадол, в сход гдола лекамер это по Москва, кашер Иерусалим в росим хатен. Захити льот аришон, ахаял аеврия аришон в котел амарави, וזכיתי לתלות את דגל ישראל על מערת המכפלה. וזו זכות גדולה, ואני לא מוכן לוותר אותה כל עוד אני בחיים. תודה רבה, ותודה מיוחדת לאהרון פרנקל על כל מה שהוא עושה בשלימות ובשביל היהדות בכלל. ואני מכיר את אהרון קצת מהרבה שנים, נכון? הרבה שנים, והולך מחיל אל חיל. ותודה גם כמובן לחיים צ'סטר הרוח החיה ולרומן קוקן ולנטשה ולכל העוזרים ולכל המתנדבים. רגע אחד, יש לי עוד אחד, וים, בלי יער אין שום דבר. ולכל המתנדבים תודה רבה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ושלום על ישראל. Спасибо большое, я очень тронут этой наградой. Я, да, действительно был один из первых израильских солдатов, который водворил израильский флаг в старом городе Иерусалима. Я благодарю всех участников проекта, всех волонтеров, всю команду Московского Лимуда и, естественно, Аарона Френкеля, Хайма Честера, вашего покорного слугу, Наташу, Яну, всех сотрудников. Окей, куда? העיתור שלי, העיתור שלי הולך לאישיות מיוחדת, לשגרירה היוצאת של ישראל ברוסיה, דורית. דורית, אנחנו רואים בה כמו אימא שלנו, כמו אחותינו, השגרירה האהובה. Вторая награда идет нашему замечательному другу, замечательной женщине, бывшему послу государства Израиль в Российской Федерации, Дорит Голендер. Шавуа тов, доброй недели, дорогие друзья. Я тронута, потому что сегодня, представляя фонд «Генезис», я думала, что эта премия будет «Генезису», а оказалось, что это премия мне. Они мамаш нергешит мекиванши нахон хамешаним лишарет мединат Исраэль бамединат Марусия зелора кавод зе абуда накид шани медга багиа шинафаля лихильки. Они руцали удот לכולכם, מכיוון שאתם שותפים לכל העשייה באותם השנים שאני שירתתי כאן. אני רוצה להיזכר בקטע שאני וחיים ובעלי ישבנו במטבח בבית השגריר ותכננו לימוד בהתחלה שהוא נכנס לרוסיה. והיום הגיעו למעמד שאלפים אלפים מגיעים לכאן, זה גאווה גדולה. Гава Лигула, Гава Ли Исраэль. Я хочу поблагодарить, во-первых, всех организаторов этой замечательной встречи. И я в двух словах скажу, что много лет назад, наверное, 6 лет назад, мы сидели с Хаймом в кухне в резиденции посла и обсуждали, как проводить лимуд в России. Сегодня без лимуда в России уже никто себя не представляет. Поэтому спасибо вам, спасибо замечательному другу, израильтянину, человеку мира, Аарону Френкелю, который здесь стоит и поддерживает это замечательное начало. Конечно же, Хайму Чеслеру, Роману Когану, всем-всем-всем. Вамон туда ли нацегут конных бода, шеге ли кенезе, Сарата Мишпатим. Туда раба выше борту. ואחרון מקבלי העיתור זה אדם אהוב, אדם שהוא חלק מלימוד במשך השנים, הרב ברוך גורן, בבקשה. ברוך גורן הוא אחראי על המוזיאון היהודי הגדול ביותר בעולם,
אבל מה שיותר חשוב, בכל מקום לימוד בעולם, ב-13 מקומות, ברוך גורן פותח את הכנס. Спасибо. И последняя награда идет раввину Боруху Горину, который, правда, является нашим настоящим другом. Участвует не только в московском лимуде, в многих других лимудах по всему миру. Так что спасибо вам большое за сотрудничество. Этот раз, эта награда вам. Меня когда-то учили, что больше 3 раз не надо выступать. Можно надоест. Поэтому я использую эту последнюю возможность по полной. Я действительно чувствую себя частью лимуда, не просто другом лимуда, но частью лимуда, потому что лимуд в моих глазах отражает мечту. Мечту о том, когда, как в мессианские времена, все евреи будут сидеть в одном шалаше и вместе учиться. Как мы сидим в одном шалаше и вместе учимся, это потрясающе. Лимуд московский – это настоящее страдание для моей души, потому что лучшие лекции, на которые я хотел бы пойти, назначают на то время, когда есть у меня уже. Я хочу благословить организаторов лимуда, московского лимуда, Анну Адамскую, Мишу Липкина. Пусть у меня этих страданий будет больше. Огромное спасибо всем организаторам, огромное спасибо господину Хайму Чеслеру. Лимуд в Москве продолжается 1 день, 2 дня, 3 дня, все вместе во всей России неделю. Есть тут человек на сцене, который присутствует с российской еврейской общиной не 1 день, и не 2 недели, и не 1 год, и не 1 десятилетие. Это господин Арон Френкель, которому я хочу от всего сердца выразить благодарность за ту огромную поддержку, которую он оказывает российским синагогам, и не только российским. В строительстве этих синагог, в создании синагог. Это Бет-Кнессет, дом собрания, который характеризует ту же идею, что и весь лимуд. Для меня огромная честь стоять на сцене с этими замечательными дамами, с госпожой Голлендер, которую мы вспоминаем как одного из лучших послов за всю историю дипломатических отношений с новой Россией. Мы по ней скучаем, но, слава Богу, часто встречаемся, приезжайте как можно чаще. Госпожа министр, мы много о вас здесь слышим в России, и мы гордимся вашей силой, вашей волей в исполнении принципов, которым вы верны. Огромное вам всем спасибо. И последний, главный, господин Чеслер, я им в качестве подарка возвращаю микрофон. Браво! Окей, мы закончили event, now we're going back to dance, танцевать, but I want to thank once again, I want to thank the minister, you know, minister, women in Limud, Moscow, is something special. Because we have till now 4 project managers, 4 women. The women run Russia and the women run Limud FSU. And thank you very much for Tasha Pitagorsky, Misha Limkin, Misha, Yvonne Tima Mariasis, all the leadership, of course, Anna Adamskaya. Without you, we would do nothing. Thank you very much, Aaron Frankel, our president. Thank you, the honorees. And now the floor is for Ishai Lapidot. Mishra Milo Befahe Etayah.